А город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Помоги бы. Хорошо вы поете. Ну что вы. Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС? Да, к несчастью, 10 лет. И что же, все 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался? Ну нет. Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека.